Здравствуйте, в эфире телепроект «Поговорим о важном». В Атырауском институте нефти и газа продолжают внедрять инновационные технологии обучения. Подтверждением этого является проводимый семинар на тему «Инновационное обучение. Опыт и продвижение методики кейс-технологии». Сегодня к нам в студию мы пригласили бизнес-тренера, ректора Скандинавского института академической мобильности Елину Ванхемпинг. Елена Геннадьевна, добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, работает телефон прямого эфира, по которому вы можете задать интересующие вас вопросы. Телефон студии 45-87-75. Мой первый вопрос, Елена Геннадьевна, с какой целью вы прибыли к нам в наш город? Ну, как вы уже сказали, я возглавляю Скандинавский институт академической мобильности. Академическая мобильность предполагает расширение контактов, а среди постсоветских стран лидирующее место занимает Казахстан. Инновации Казахстана в сфере академической мобильности, которые стартовали в 1993 году. Первая ласточка суверенного Казахстана программой была «Шаг», они развиваются. И вот именно этот тренд оказался базовым, который привел нас в Атырау. И также в Атырау есть вуз, с которым у нас прочные, стойкие, стабильные деловые и научные контакты. Это Атырауский институт нефти и газа. Ректор этого института – это человек поколения нового мышления, инноваций. Он хорошо чувствует тренды современного высшего образования, европейского образования, мирового образования. И вот сейчас буквально мы в течение последней недели ноября, первых недель декабря принимали рабочую делегацию, профессорско-педагогический коллектив, представители административно-управленческого корпуса Атырауского института нефти и газа. И это была программа профессорско-преподавательской академической мобильности. Я считаю, что Атырауский институт нефти и газа является пионером в сфере продвижения инновационных форм академической мобильности, обучения персонала во взаимодействии с профессорско-преподавательским составом. Вот такая краткая предыстория, как я оказалась в Атырау. И я очень рада, что я в вашем городе. Вы впервые в нашем городе? Да. Да, Атырау я посещаю впервые. Вот какие у вас сложились впечатления о нашем городе Атырау? Знаете, это город-труженик. Это ощущается сразу же. Я была в Алмате, я имею представление об Астане. Атырау производит впечатление города, в котором каждый человек знает, что он делает. Во всяком случае, мне встретились вот именно такие люди, и ощущение, знаете, такой какой-то... Здесь люди, которые знают, что они делают, и ощущается уверенность в завтрашнем дне. И высокий патриотизм, это тоже ощущается. Вот те контакты, диалоги, которые я вижу. То есть мне понравился ваш город, и я горжусь тем, что я имею опыт нахождения в этом городе. А вот семинар, в котором вы принимаете участие, вот можно на нем подробнее остановиться? С большим удовольствием. Семинар это является интеллектуальным продуктом, который разработан Скандинавским институтом академической мобильности вместе с Университетом прикладных наук города Сейнаюки. Мы территориально находимся в Западной Финляндии. Западная Финляндия, как мы любим говорить нашим вероятным и потенциальным клиентам, слушателям, студентам, это настоящая Финляндия. На сегодня не секрет, что европейское сообщество терпит такие особые взаимоотношения с миграционными процессами. И если говорить о Финляндии, то ее юго-западная часть, юго-восточная часть, восточная Финляндия, она достаточно активно представлена представителями иных культур. В частности, много говорится о мигрантах, беженцах. Большая программа ингерманландцев, кстати, это тоже интересный феномен. Ингерманландская программа – это аналог программы с уралманами. То есть это этнические финны, которые возвращаются на родину. Наш институт работает в Западной Финляндии, где находятся концентрированы коренные традиции производства, промышленности и в том числе образования. Регион Сейнаюки, в котором мы находимся, является один из самых продвинутых регионов по статистике промышленного развития и развития образования. И наш семинар, он как раз касается инноваций. Инновации в образовании, они зарождаются в университете Сейнаюки и в нашем институте, как научно-исследовательские тренды, которые мы практически осуществляем. И вот такой практической площадкой осуществления этих программ стал Атырауский институт нефти и газа, семинар который в настоящее время проходит. Сколько дней
дней уже идет семинар? Ну, семинар... И кого пригласили для участия в нем? Это семинар-тренинг, то есть это программа академической мобильности выездного модератора, в данном случае меня. И я работаю на площадке института. Нужно дать должное, что прекрасно создана площадка с точки зрения методологических, методических контентов. В программе участвуют ведущие преподаватели вуза, молодые преподаватели, и мы персонально каждому ставим технику работы в постклассической системе образования и инновационными методами, которые позволяют максимально продуктивно, эффективно реализовывать педагогические задачи, которые стоят перед коллективом. Спасибо. Уважаемые телезрители, работает телефон прямого эфира, по которому вы можете задать интересующие вас вопросы. Телефон студии 45-87-75. Елена Геннадьевна, вот расскажите о самом Скандинавском институте. Какие специальности там готовят, какие специалисты готовят в этом учебном заведении? Как можно поступить туда? Очень хороший вопрос. Скандинавский институт академической мобильности – это научно-исследовательская структура в сфере академической мобильности, но мы являемся прямым партнером Университета прикладных наук Сейнайоки. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хочу подробно остановиться, насколько позволяет наше эфирное время и интерес наших уважаемых телезрителей, мне бы хотелось остановиться несколько слов о системе высшего образования Финляндии. Традиционно финская система высшего образования занимает верхние места в мировых рейтингах. Уникальным феноменом является то, что высшее образование бесплатно не только для граждан Финляндии, но и для всех нерезидентов страны. И Скандинавский институт академической мобильности оказывает безвозмездную помощь, консультативную помощь, как поступать в университет Сейнайоки. В университете Сейнайоки это город, в Финляндии, особенностью Финляндии является, что нет социальных различий между мегаполисом и обычным небольшим городом. Если мы будем смотреть на количество жителей, это совершенно не показательно для страны, в которой население 7,5 миллионов. Это столько, сколько, допустим, ну, в таком российском городе, как Петербург. Специальности бизнес-администрирования, специальности, касающиеся международного бизнеса, маркетинга. Недалеко от Сейнайоки располагается очень интересный шведоязычный город Вааса, где тоже широкая сеть университетов. То есть территориально Скандинавский институт академической мобильности находится Западная Финляндия, два города Сейнайоки и Вааса. И я с удовольствием отвечу на вопросы, если таковые будут, о том, как поступать в финские вузы, как учиться. Повторяю, что обучение бесплатное для всех граждан нашей планеты. Предположим, житель Атырау изъявит желание поступить в этот институт. Как он может поступить? Он имеет возможность такую? Да. Это совершенно реально. Каким образом, какова технология? И обучение будет бесплатное. Да. То есть он будет, то есть если он поступил, если он сдал испытательное, прошел испытание, там нужно написать эссе, то есть есть свой порядок, вот мы как раз консультируем, мы помогаем заходить в приемную комиссию. До 15 февраля можно подать документы, заполнить анкету. Выбирается несколько вузов, и в зависимости, куда вы прошли по результатам своего тестирования, своего испытания, правильно сказать, туда будет зачислено. В Финляндии я бы рекомендовала жителям Атырау, это как раз вот, если нас слушают родители старшеклассников, абитуриентов, те, кто принимает решения, я реально, как я, в общем-то, долгие годы, я всю жизнь работаю в высшей школе, то есть я себя считаю достаточно таким подкованным человеком в сфере высшей школы, экспертом. В Финляндии учиться безопасно, особенно в небольших городах, спокойно и достаточно удобно с точки зрения каких-то учебно-бытовых аспектов. Это действительно страна социального благополучия, и поступать несложно. И мы с удовольствием ответим на вопросы, которые будут. И в частности, можно обратиться в Атырауский институт нефти и газа, потому что эти консультации можно получить там. У нас полный буклет, а также, пожалуйста, можно связаться с нами. Мы консультируем, и, повторяю, безвозмездно. Это наш вот такой социальный проект Скандинавского института академической мобильности именно для постсоветских стран, в том числе Казахстана и Атырау. А вот студенты из Казахстана приезжают учиться в Скандинавию? Да, да. Достаточно часто встречаешь
приятно. Я вообще люблю Казахстан, у меня такая какая-то с ним долгая история. Я работала как эксперт международных организаций по проектам в 90-е годы. Я полюбила эту страну, наверное, поняла ее. Здесь очень много есть таких интересных, ярких черт, как национальной культуры, как и современной реформеры. Поэтому я всегда вижу ребят из Казахстана. Мы с ними общаемся. Вот сейчас два молодых человека учатся на специальности маркетинг. Есть ребята, которые учатся на социономов. То есть в целом это, понимаете, это не на Луну. Это совершенно спокойно, нормально приезжать, поступать. И не только по каким-то грантовым программам, но и просто обычно. Это, кстати, типично для людей, которые живут ближе к границе, Карелия, северо-западный регион Петербург. Они едут учиться, ну вот как вот, допустим, из Атырау решили поехать, семья отправить своих детей в Астану, в Алма-Ату, может кто-то в Россию отправлять. То есть если выбор между прочим... А вот само обучение, вот, извините, я вас перебью, да, само обучение бесплатное, а как обстоит дело с проживанием? Да, то есть каково будет бюджет проекта, да? Значит, бюджет проекта обучения вашего ребенка в Финляндии будет состоять, первое, это обучение бесплатное, это я уже сказала, обучение бесплатное. Затраты будут на проживание в общежитии. Проживание в общежитии не более 280 евро. Ну, там пересчитайте. Можно жить вдвоем, это будет еще дешевле. И питание. Проезд, кстати, мы помогаем достаточно бюджетные форматы. Сейчас очень интересные есть сервисы, которые комфортны по трансферу и весьма привлекательны по ценовой политике. А вот такой вопрос. Вы сотрудничаете не только с нашим институтом нефти и газа, но и с другими вузами Казахстана. В каком плане сотрудничество проводится с этим учебным заведением? Академическая мобильность. Сама идея возникла, наверное, все-таки... Это, скажем, основой, платформой, это был анализ деятельности международных инноваций именно Казахстана в академической мобильности. То есть что такое академическая мобильность? Это когда преподаватели, студенты, магистранты, докторанты посещают другую страну, университеты, либо один университет с целью либо продолжение образования по той или иной образовательной программе, если речь идет о студентах, либо научно-исследовательская стажировка, допустим, для магистрантов, для докторантов, либо программа профессорской академической мобильности как формат повышения квалификации. Я не очень люблю этот термин, потому что он все-таки такого какого-то просоветского плана. Мы все-таки говорим об форматах академической мобильности. То есть вот профессорская преподавательская академическая мобильность, когда можно посмотреть, участвовать в лекциях, смотреть устройство корпоративной культуры вуза, живое общение. Академическая мобильность не должна быть так, что приехали в университет, вот все там отслушали, отсмотрели, замечательно, вернулись обратно, как это применить? Вот наша задача и смысл проекта Скандинавский институт академической мобильности это продвижение научно обоснованных технологий инновационной академической мобильности, когда стажировка строится под заказчика, под home university, под ту страну, в которой будет работать наш стажер. Мы сотрудничаем, вот у нас подписан меморандум о взаимопонимании, считаю, с одним из ярких, значимых вузов, это Академия государственного управления президента Республики Казахстан, которая находится в Астане, у нас давние с ними контакты. Мы взаимодействуем с Институтом философии и права, который расположен в Академии наук. То есть есть еще ряд вузов. Контакты носят, как правило, инновационный характер. То есть мы не работаем вот в классических форматах классической системы образования, как я говорю, говорящей головы. То есть у нас перипатетический коучинг, когда мы в процессе передвижения. Зачем вообще уезжать за границу, чтобы закрыться в аудитории и с утра до ночи слушать лекции? Смысл? А вот когда мы работаем именно в перипатетике, то есть обучение во время прогулки, но прогулка это не развлекательно, это познавательно, что-то происходит, работают вот эти новые техники. И также академическая мобильность для производственников. То есть это врачи, это инженеры, представители агрокомплекса. Мы показываем Финляндию, это уже в Сейнайоке наш партнер компании «Инто».
ведущий менеджер Йони Пеккала. Вот он курирует этот проект, и получаются яркие, интересные программы. А вот здесь, в Атрау, с какими объектами вы познакомились? Что вы увидели? Что для себя нового узнали в этом городе? Вы знаете, здесь, наверное, мне понравилось диалог. Я обратила большое внимание, диалог с представителем бизнес-сектора, который прозвучал на конференции, которая проводилась по инициативе ректора, по инициативе исследовательской группы. Те предприятия, которые связаны, такой есть феномен социальной ответственности бизнеса. И вот те предприниматели, с которыми я общалась, я увидела, что это реально люди, которые занимаясь бизнесом и социальной ответственностью за него перед своими работниками. Вот это было обращено внимание. А о самом институте нефтегаза какие впечатления у вас сложились? Вы встречались не только, наверное, с преподавателями, но и студентами, наверное? Безусловно, безусловно. На меня произвело впечатление, мне не хотелось бы говорить банальную фразу, он произвел мне очень хорошее впечатление. Да, он произвел хорошее отношение, но особо мне понравилось такой, знаете, внутренний, корпоративный, красивый дух взаимопонимания. То есть, вы знаете, если бы я жила в Атырау, то мой бы ребенок пошел учиться в этот институт. И я объясню, почему. Потому что в Атырауском институте нефти и газа работают проекты, программы, взаимодействия.